Браун. Часть вторая. Порш против Бэхи. Опять на старте все понятно. Ну, на старте все понятно. Вот в конце. Единственное, да? Так, когда Тагра держится вместе с какой-то тачкой. Скорости. Не, вот на старте помнишь, пробовали. С какой тачкой пробовали? На старте помню. На старте. На равне практически. С какой тачкой? Лепо тоже. А, да, 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 да. Да, на старте, на старте не оставал, а на скорости не уходил. Да, на прямой делал, да. Скорее. Отлично. Ух, спасибо, предупредил. Я хотел еще раз заскринить. Сорян. Я заранее извинился. Особо не помешал даже. Я по этой полосе. Не знаю, по полосе, но мне в этот поворот все время тяжело входить. И я опять его не вошел. Вот и я немножко подфурить. Слепстрим или? Да, ракета. Нет, слепстрима не было, а ракета была. Странно, ты же там поехал как-то. Не успел начаться. Ну, хотя бы смотришь на видео, но помню, не успел. Слепстрим это что-то типа воздушного мешка, да? Ты тебя с того пристроился, набирая скорее, потому что... Ну, да я если честно... Я, если честно, думал, что Slipstream — это чисто игровая какая-то фишка, но нереальная. Чуть не вылетел с трассы. А как думаешь, в реальности вот так за машиной будешь ехать, думаешь, что ты гонишь? Нет. Ну, а если смотреть с физической точки зрения, то по идее, да, все равно воздух. То есть, сопротивление воздуха будет меньше, потому что воздух оттекает твою машину, и пристроившийся за ней близко моей. Да, возможно, в потоке. Сорян. Сорян. Да, да мне отталкивал на обочине. Сорян, принимается. Сорян, то что как-то не выруливал так бы. Ты вылетел в кювет и появился опять на дороге. Ух, как я красивенько. Подрезал, да. Подрезал? Не докоснулся, да? Чеканул. Чаль, у меня с экрана не докоснулся практически. Сейчас приду. Встречка. Короткой траектории. Вот это хорошо, блин. Сорян, встречка. Тут искатель, да, на обочине. Бьюся в стену, блин. Куда, куда? А, ой, сюда. Фу. Может быть, следующий раунд будет только по прямой? Razor's Edge вроде называется. Раз. Это на поворотах вроде выясняется пока что. Лет в путь. От настроя водителя нет, теперь не меня, пожалуйста. Я же восстановился, как я могу не принять. Речка. Речка, да, видишь. Вот, вперед. Будущий толстяк, наверное. Побежал. Сорян. На короткую траекторию зашел. Фары выключил? Ты даешь. Окей, включил. А-а-а, слепыш. Черканул, я все начерканул. Так, не я в туннель. Оу, поворот и встречка. Встречка не вижу, да. И рано ушел. Будем считать баланс. Ух, встречка, ё-моё! Нет, скрин делать сейчас скрин, потому что фара слепит. Пристроился, набрал скорость и обошел Бэху перед финишем. Да, да. Победа очевидна, да. Красавчик. Ну что, третий раунд, думаю, будет на прямой. Нет?